видео внутри. Вот у нас получается в каждом курятнике отсек один, отсек другой. Входная дверь, коридор идет. Третий отсек, четвертый. Вот этой маленькой перегородки вверх до потолка это будет 3D-сетка. Точно так же калиточка, калиточка. Здесь мы будем утеплять полы 50 мм утеплитель, на стены 30 мм. Потом стяжечки, кафель и стены. На 65 сантиметров от пола поднимем кафелем, а до потолка сделаем мазанку. Точно так же у нас здесь внутри вода есть. Это на всякий случай, если зимой сильные морозы будут, тогда они будут находиться здесь. Точно так же на потолку в этом месте будет у нас обогреватель, свет. Крышу будем утеплять сотым утеплителем. Ну, в принципе, места хватает для одной семьи. Семья будет 8-10 курочек, один петух. Так что вот такие еврокурятники мы строим для нашей птицы. Точно так же будет вытяжка и датчики света. В 6 утра включается, в 11 вечера выключается. Это для повышения яйценосности. Ну а дальше поэтапно буду показывать, как мы будем отделывать внутри. Сейчас вторая задача у нас это сделать крышу, утеплить, провести всю проводку. Точно так же изнутри утеплить утеплителем. Потом приступят к работе кафельщики. Все сделают кафелем. Отштукатурят вверх весь под мазанку. Побелим это все звездкой. И будем заселять. До новых встреч!